Всем здравствуйте! В последнее время огромное количество пользователей сети высказываются о том, что Алла Борисовна направила свою жизнь не в то русло. Алла Пугачева, сбежав из России в Израиль, продолжает вести активную светскую жизнь. Кажется, Примадонна не пропускает ни одного мероприятия. В очередной раз певица пришла в театр Тель-Авива. Для выхода исполнительница выбрала черное платье в пол, поверх которого одела белый жакет. Примадонна в этот раз решилась снять парик и даже отказалась от шиньона, отдав предпочтение естественной укладке. Конечно, 73-летняя знаменитость после спектакля пообщалась с актером, который исполнил главную роль в моноспектакле. Правда, беседа артистов осталась за кадром. Отметим, что после неожиданного побега из столицы россияне постоянно критикуют Примадонну. Впрочем, она старается не реагировать на негатив. А вот ее близкая подруга Лайма Ваекуля на днях встала на защиту Аллы Борисовны. Певица уверена, что Пугачева по-прежнему остается главной звездой в России. Она считает, что в стране нет ни одной другой знаменитости, которая была бы так любима публикой. Также она заявила, что Алле Борисовне тяжело было уезжать из родного дома, однако она не жалеет о своем решении. Алла Борисовна уехала в никуда за мужем. Будем надеяться, что легендарная звезда не поблекнет на фоне чужого антуража. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!